В дежурную часть обратился 37-летний местный житель. В социальных сетях он познакомился с девушкой, и после продолжительного общения незнакомка рассказала о своем заработке на инвестициях. Убедила гражданина попробовать выгодно вложить деньги. С мужчиной связались лже-кураторы и консультировали его по покупке несуществующих акций. Он, получается, оформил кредиты на сумму свыше 1 миллиона рублей и частично свои денежные средства вложил в данные инвестиции. Ну, скажем так, псевдоинвестиции, которые не являются легальными. Соответственно, гражданин вложил эту сумму, но от этого никакого процента не получал. На фиктивных инвестициях мужчина потерял свыше 3 миллионов рублей. С 34-летней горожанкой также связались в социальных сетях, но в этот раз мошенники предложили заработать на лайках в интернет-магазине. А чтобы увеличить свой доход, местной жительнице предложили выкупать товар якобы с кэшбэком. Она приобрела товары, ей первоначально возвращали определенную сумму. Естественно, гражданина это заинтересовало, и она думала, что это дальше будет дальше так продолжаться. На самом деле, это лишь была приманка в том случае, чтобы гражданин поверил. Был введен в заблуждение, доверился, соответственно, действовала согласно указаниям мошенников. На популярную и всем известную уловку на сайте бесплатных объявлений попались два местных жителя. 44-летний мужчина хотел купить мотоцикл, а 35-летняя горожанка – натуральный волосы. В сумме они перевели дистанционным аферистам 83 тысячи рублей, но товары не получили. Тут тоже получается сомнительная покупка. Гражданин оказался небдительный, не предусмотрел все необходимые моменты, которые привели к тому, что она перевела денежные средства на указанный, получается, мошенником счет. Но заказ так и не поступил. Сотрудники полиции делают все возможное, чтобы жители Нефтеюганска не стали жертвами мошенников. Правоохранители посещают учреждения, образовательные организации и раздают брошюры, где рассказывают, как распознать аферистов. Независимо от уловок, важно помнить, что у мошенников одна цель – прибрать к рукам ваши деньги. Ангелина Кагальникова, Евгений Трефилов, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».